Новая жизнь старинного здания в центре Самары. В помещении бывшего городского роддома номер 1 приступил к работе филиал медицинского комплекса «Матрешка Плаза». Торжественное открытие прошло в режиме видеоконференции, транслировалось в специальных аккаунтах центра в интернете. Мы будем продолжать те же традиции, что у нас уже развиты в «Матрешка Плаза» в Кировском районе, потому что наша компания имеет уже интересную, очень многолетнюю историю. Для жителей центральной части города открывается большой, крупный, комплексный медицинский центр. «Матрешка Плаза» – уникальный многопрофильный оздоровительный комплекс, сочетающий полувековые традиции и новейшие методики диагностики и лечения. Кабинеты филиала на улице Льва Толстого, 96, оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Уникальный комплекс самых современных аппаратов для диагностики и лечения. Для диагностики это УЗИ-аппараты экспертного класса, для эндоскопических исследований и также для лечения. Есть современный физиотерапевтический кабинет. В перечне услуг – консультации, диагностика и физиотерапия, ведение детей до 18 лет, медицинское сопровождение для всей семьи. Центр работает в две смены, рассчитан на 100 посещений за смену. Олег Зверев, Николай Епифанов, «События».